Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force. Эта серия должна была выйти давным-давно, но, к сожалению, созрел я только сейчас для нее. Ну что же, поехали. Так, у нас с вами две сферочки готовы. Давайте, наверное, я откроем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Мистик. Понятно, давай следующую сферу. Понятно, короче, ерунда на самом деле. Ну, самое главное, что сегодня, друзья мои, я буду вербовать наших персонажей, новых для меня, короче. Ну что же, первый это будет у нас Нобу. Погнали. Ну, Нобу, не капризничай. Так, неплохо он выглядит, ребята, да? Злодей, город, мистика. Ну что, вербуем 20 тысяч. У меня, кстати, денег-то не так уж и много. Надеюсь, хватит завербовать всех-то. Ух, какой красавчик, сколько у него? Три звездочки. Удар тени и невидимая армия. Что это за невидимая армия, мне интересно знать. Призывает одного ниндзю руки со 100% от обычного урона и 100% от обычного здоровья. Ну понятно, короче. Просто призывает одного ниндзю себе в помощь. Так, ну прокачкой пока заниматься не буду, потому что денег мало. Мне бы их всех открыть сегодня. Посмотрим. Ну что же, второй персонаж это у нас оса. Давно она должна была у меня появиться. Так, ну неплохо так смотрится, да? Ну, только сейчас я ее, ребята, открываю. Тоже три звезды. Ужалить на лету и бластеры. Замечательно. Так, этап завершен, это все хорошо, а мы переходим к следующему герою, и это у нас, естественно, Грут. Хе-хе-хе. Не вмещается, ребят, в экран, поэтому он так голову наклонил, чтобы поместиться. Вербуем, конечно же, вербуем его. Ух, у него тоже три звезды, но тут красные звезды. Крушащий удар и буйный рост. Ну, это у нас все-таки хиллер, как ни крути. Хиллер, баффер и так далее. Следующий у нас будет железный кулак. Всего 1000 нужно для того, чтобы завербовать его. И две звезды у него. Боевые искусства и внутренний покой. Вот такие вот нам, ребята, доступны скиллы на данный момент пока. Следующий это зеленый гоблин. Ух, как. Смотрите, ребят, какой, да? Напоминает мне чем-то горгулью, вот которая на старых домах в Лондоне, вот так они сидят, на краю крыши, каменные статуи, вот что-то типа того. Но это не горгулья, это у нас зеленый гоблин. Так, у него тоже, как мы видим, две звездочки и удар гоблина плюс пылающий гнев. Хорошо, давайте следующего персонажа открывать, это у нас Киллмонгер. Угу. Вот такой вот он в маске чувачок, и у него тоже, я смотрю, две звезды. Слушайте, а почему, интересно, тех за 20 тысяч мы с вами открывали, а эти всего лишь за 1000? Направленный огонь и длинная очередь. Мне чем-то напоминает зимнего солдата. Не знаю, в чем, конечно, у них разница. Тут еще боевая ярость и возмездие в дальнейшем будет. Хорошо, мы переходим к следующему. И это у нас Америка Чавес. Конечно, завербовать. Ух, какая она. О, красотуля ты моя ненаглядная. С таким вот кулачком. Прям аж ух. Не попадитесь, ребята, под ее удар смертоносный. Тут вообще за соточку мы вербуем ее. Так. И всего лишь одна звезда. Также у нее звездопад и метеор. Открываются скиллы. Ну что же, и последний у нас персонаж это существо. Ну, все прекрасно помнят, да, фантастическую четверку. Этот персонаж именно оттуда. Почему его назвали существо? По-моему, его звали Каменный. Так, вроде бы. Ну что ж, вербуем. Такой угрюмый, да? Так. Зуботычина и камень для битья. Отлично. Фух, ну что, друзья, моя совесть спокойна, я открыл всех персонажей, естественно, надо будет их, наверное, прокачать потом как-нибудь. Воу. Так, что это мы можем, ребята? Давай, конечно же, одеваем. И нам нужно еще найти, да? Чего нам не хватает здесь?
Ага, давай попробуем найти. У нас энергия-то, кстати, есть. Маловато, но есть. Так, нам нужно... Ой-ой-ой, сколько нам нужно много найти. Ну, давай попробуем. Попробуем, а? Да, всего лишь две штучки нашли. Так, 23 энергии, ладно, хорошо. Где-то же еще тут у нас, по-моему, да? Ах, а здесь у нас не выполнено. Nexus 5.5 не выполнено на 3 звезды. Или выполнено? Нет, ребят, не выполнено, поэтому мы автобой здесь не можем применять. Печалька. Жаль, конечно, я бы с удовольствием бы прокачал бы его. Ну что, друзья, давайте тогда посмотрим, что мы вообще можем здесь с вами замутить. Денег не так уж много, как я вам говорил, да? Мы можем поднять уровень. Вот кого, на ваш взгляд, стоит прокачивать? Асу, Америку, существо. Ну, существо, конечно, в дальнейшем будет тяжело, ребят, нам искать, потому что карточки на него не так уж легко и добываются. Это, дай бог, со сферы тебе какой-нибудь выпадет. Железный кулак можно фармить. Это я точно тебе говорю. Асу можно фармить, да? Нобу можно фармить. И Грута. Вот таких персонажей можно спокойно, в принципе, прокачивать. Так, Шокер у нас здесь. Ну, в данный момент я собираю себе коллекцию Стражей Кри. Я пытаюсь их прокачать как можно круче, но, к сожалению, пока нехорошо у меня получается. Но я вам скажу, эти ребята отжигают, да. Несмотря на то, что у них уровень вроде бы маленький, да, 53-й, плюс и по мощам они не такие уж сильные, но они дают отпор. Так, ладно, друзья, давайте-ка мы, наверное... Ох ты, достижение у нас тут. 25 тысяч плюс 5 карточек на Халка. Конечно же, я это с радостью забираю. Здесь у нас на этапах что-то закончилось. Ага, 500 микросфер. Угу, опа. Мы накопили с вами на сферу. Давай посмотрим, что нам из нее достанется. Обычно здесь ничего хорошего не падает мне, как назло. Баку, 10 карточек. Слушай, ну это неплохо, 10. Обычно одну, там 2, 3. А тут аж 10. Это меня радует. Так, 460 кредитов этого мало... О, вот это... Погоди-ка, 770. Маловато будет, да? Да, друзья, будет маловато. 770 мы можем... Да ничего не можем взять. Ха, вообще ни на что не хватает. Ну, вот если только здесь... 650. Так, магический порошок. В принципе, он мне нужен. Ребята, он мне нужен. Давай, наверное, под... Хотя его можно и так найти... Ага, 875 кредитов. Так, ну что, здесь я, как обычно, прокачиваю нашего Дэдпула. Хотя нам можно посмотреть... Нет, здесь нет никого хорошего. Поэтому Дэдпула я прокачаю еще маленечко, да? Так, ну что, по-моему, нам надо сходить с вами на рейд, который я открыл. Вроде бы там энергия накопилась, и попробовать немножечко похулиганить. Рейды Альянса. Так, давай посмотрим, сколько у нас здесь энергии. В данный момент я на каком месте нахожусь? Уже на четвертом. Обалдеть, как они меня быстро опережают. Не успел, ребята, открыть, как я уже... Так, я могу сигануть сюда. Тут флопик у нас стоит, да? А нам нужно дойти до Мистерио. Или же отсюда бомбить. Нет, я, скорее всего, пойду вот по этой дорожке. И скакану сразу же вот сюда. Так, какие противники? Ой, ну противники, в принципе, ватные. Жалко, у меня, конечно, энергии не так много. Вот такая у меня командочка в данный момент находится. Я думаю, что можно было бы, наверное, убрать... Сейчас, секунду, давай-ка мы, наверное, уберем вот так, да? Дракса. И поставим сюда Ронана. Да, я думаю, так будет для нас лучше. Ну что, друзья, сольем с вами здесь всю энергию, да, я думаю. Но это будет сколько? 3 боя. Большего нам не видать. Ну, если, конечно, там тратить. А у нас даже и ампул нету, чтобы их потратить. Ладно, ерунда все. Ну давай, хорош, хорош. Удар — это группа реагирования на особые задания. Все понятно. Так, ну что, тут у нас Стрэндж.
Врагов 11 осталось. Ускоримся маленечко, вот так вот. Ну что, я обычно начинаю со Стрэнджа, но так как здесь у нас Дракс, и он сразу же ставит на себя провокацию, придется его бомбить. Слушай, да он вата, все, ему хана. Массовые у кого у нас атаки? Ха, запрет лечения повесили, да, на первый ряд? Ну, ниндзя, ты зря. Так, у нас выстрел, ребята, вот этот выстрел 100% вешает кровотечение. Так что все нормуль. Минерва у нас более-менее крута. Ну, здесь сам по себе враг слабенький. Вы видели, да? 5000 мощей против моих 18-20. Это, опс. Красный череп прибыл. Так, что же нам... У кого провокация, друзья? Я не могу понять. Давай пир, наверное, бомбанем. Что это такое было? Что это за удар ватника? Я не пойму, а? Называется тоже мне... преследователь, да? Каратель. Ну что ты, что ты, Дэдпульчик? Или это не Дэдпул? Нет, ребята, это Дэдпул, а я почему-то его назвал красным черепом. Но он был похож. Ладно, приступаем дальше. Минус Дракс. Дальше давай пира добьем. Наверное, все-таки. Иди отсюда. Там у нас Кейбл. Два Кейбла уже. Да ладно, успокойся. О, зверь, зверь, это мощная фигня. Блокировали способность только двум, да? Морда. Пора тебе получить в морду. Ну что ты, Дэдпул, успокойся. Какой же ты ватный, у него слабая. Слабая, ребята, атака. Кросик навалял. О, тут у нас Грутик прибыл. Давай вот так вот сделаем, в конце концов. Опа. Ну что, кровотечение получили все. Надо Грута валить, потому что он сейчас может, друзья мои, всех мало того, что отхилить и снять. Ничего он уже не снимет. Он уже ничего не снимет. Так, Кейбл, ты что там пригнулся-то? Иди отсюда. Так, давай второго Кейбла вольнем. Ну и в конце добьем, наверное, пиро. Замечательно. Угу. Пира, все, отпулякался. Замечательно, друзья. Ну что же, победа за нами. В принципе, я в этом не сомневался, но потому что здесь сам по себе враг слабенький. Так, ну а мы с вами продолжаем. У нас еще два боя впереди. И будет шокер поджидать. Давай, где посложнее. Ну смотрите, ребята, 5580, ну практически все... Около 6000 мощей имеет. Я даже думаю, здесь можно элементарно ставить на автобой. И никаких проблем, я думаю, у нас вообще здесь не будет. Ага, наша командочка в сборе. Ну, знаете, автобой автобоем, а когда ты сам играешь, это все-таки совсем другое, да? Ты посмотри-ка, раздухарился. Ну что, вначале я думаю, оу, надо вон того паренька убирать. Да-да-да, Локи, он такой противник, он может нас друг против друга настроить. Так, ну, ниндзя, естественно, начинает свою скрытность эту включать. Как-то он уклонился. Он уклонился? Так, вызываем подмогу. И, думаю, добьем. Отлично. Так, зверь, Дэдпул и Кейбл. Слушай-ка, я, наверное... Да, давай с Кейбл начнем. Ага, уклонился. Упыреныш. Ну, Минерва попала, повесила на него кровотечение. Не знаю, долго ли он тут проживет. Я думаю, что нет, потому что Дэдпул его сейчас уничтожит. Дальше. Так, Ронан, давай, наверное, мы с тобой. Ну, в принципе, да, вот этого Дэдпула и нужно бомбить. Ага, а так если? Все, этот не жилец, парень. Теперь попробуем вольнуть Электру. Зверь психанул, да? Слушай, ну, так как у него мало мощей, соответственно, у него и атака вообще ни о чем. Для нас это просто щекотки. Ну что, добиваем. Черная пантера отдуплилась. И у нас саблезубый зверь. На! А если еще так? Ты смотри-ка. Слушай, пора... А, тут еще 6 врагов. То есть 3, еще будет 3. Ну ладно,
Давай так сделаем. Как-то ты выжил, эй. Парень, погоди-ка, я не понял. Что за прикол? А ну-ка. Минус. Так, Кейбл, ниндзя и Росомаха. Ну, Росомахе, как вы понимаете, уже не повезло. Отлично. Так, теперь давай, наверное. Ну, ниндзя, естественно, включает инвиз на всю команду, так как здесь только Кейбл, поэтому Кейбл в невидимости. Естественно, я его пока атаковать не могу. Все, кончилась невидимость. Быстро так, Кейбл, тогда тебе не повезло. Уклонение, какого лешего ты делаешь? А если так? Все, ребята, Кейбл просто ему в нокаут прямым, как говорится, в носяру, и тут упал. Так, ну что, друзья, еще один бой, да, у нас, и тут будет уже шокер. Мини-босс, так и написано. Осталось здоровье у врага 246 тысяч. 246 тысяч у врага? Что-то вы как-то несерьезно к этому делу подходите. Поехали в бой, друзья. Ну, естественно, мы его сейчас быстренько раскручим. И, по сути, здесь, наверное, будет где-то около 10-11 противников. Если там 280 мощей у врага. Это в общей суммарной, как говорится, стоимости. Сейчас мы с вами посмотрим, убедимся в этом лично. Ну, давай, ты уже сколько ты будешь грузиться-то, ё-моё. Да, ребята, 15 противников у нас. Ой-ой-ой-ой, Карнейдж, ты чего делаешься, а? Наверное, мы с него приступим, да? Ух ты, какой живучий. Так что, да, в невидимость. А мы вот так тогда сделаем с вами. Не понял. Так, раз, два, три. Три кровотечения мы поставили. Давайте тогда провокацию возьмем. Так, Кейбл раскрылся. Ай-яй-яй. Давай тогда попробуем лишить. Что-то, друзья, не получилось у нас лишить их спецударов, возможности применять. Тогда будем добивать. Добивать кого? Тут у нас все ниндзя, что ли, остались? Ладно, хорошо, давай, наверное, шокера добьем. Пускай он летит отсюда. Так, Кейбл добивает еще одного ниндзю. Так, один из противников еще впереди у нас. Ну что, давай, наверное, давай вот этого, да? Лучник руки. Жалко, нету массовой атаки. Ах, сейчас бы я как врезал бы им. Всем, всей этой куче. Так, Кейбл, да, прибыл. И опять шокер. Ну-ка, я знаю, что Кейбл сейчас... Да какой Кейбл, ё-моё. Крис, он сейчас будет ставить провокацию 100%. Но он что-то не ставит. Друзья, в чем проблема, а? Нам лечиться не надо? Пока нет. Все здоровенькие, все, как говорится, радостные. Разыграли, Карнейдж минус. Так, ну что, Кейбл? Да почему Кейбл-то, елки-палки? Кейбл это совсем другое. Это у нас кроссбоунс. Поэтому кросс-крис. Ну никак не Кейбл. Давай-ка так попробуем. Добьем же, да? Добили. Двоих даже. Слушай, им не сладко, на самом деле. Минусанули еще одного. Опа, 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 шокер. Ты откуда такой красавчик прибыл-то к нам здесь, а? Слушай, жалко, что у кросса нету сейчас в данный момент вот этой массовой атаки. Я бы сейчас бы зашел бы сюда, в эту кучу, бомбанул бы, и они бы все бы отдуплились. Моментально причем. Так, минус один, и остаются последние 4 ниндзи. Это уже у нас Нобу? Да, это именно он. В инвиз спрятался и думает, что... Он... Вот, вот, смотри, что будет. Тыч. Ты гляди-ка. Двое уцелели. Ну, Ноба-то ладно. А вот это какого лешего? Как ты мастер клинка, а? Как ты выжил, парень? Объясни, пожалуйста, мне. Так, ну что, Нобу, ты думаешь, я тебя не вижу? Я тебя уже вижу. И пора тебе помереть. Бамс. Все, друзья. Отлично, отличный был бой, мне понравился. Но на самом деле все здесь легко. Противник
Ватники по-прежнему. Так, что мы можем еще с вами замутить? В общем, смотрите, какие... Так, 5 энергии, ну, соответственно, не хватает нам дальше на прохождение. А тут, чтобы нам начать, 50, а у меня 150, да, энергии. Ладно, друзья, я пока тратить не буду. Что хотел сказать по сюжетке, по основной? Ну, все прекрасно... Так, ежедневные цели. Что-то до сих пор ничего нету. Хотя отмечается, не понимаю почему. Смотрите, у нас в компании, да... Команда героев, я здесь прошел полностью, да, за добро. И буквально сегодня я прошел за зло. В принципе, вот я проходил для того, чтобы фармить себе Америку. На 3 звезды, тут и Нобу у нас тоже фармится. Вот этот уровень не успел пройти на 3 звезды, потому что там надо было, по-моему, охранять призывника, да. Ну, призывника, который там с этим, как обычно, с датчиком стоит, что там шепчет, колдует. И, в общем, у меня не получилось. Так, ну а в остальном, в принципе, все отлично. Теперь следующие мои задания — это пройти Nexus. Естественно, полностью. Здесь у нас 9, как говорится, глав. А я в данный момент остановился на Nexus 5.5. А может быть, попробуем с вами поиграть маленечко, а вдруг у нас прокатит. Нежданные гости, одолея войско оскверненных на борту геликарьера. Чё себе название. Поехали, в бой. У нас, кстати, энергии маловато, ладно. Сэр, в Минтауне открылся портал в измерение падших. А разве мы не от всех избавились? Очевидно, нет. Отправляем отряд. Да, все коротко и ясно, отправляем отряд. И... и, пожалуй, я, наверное, вот такой отряд тоже оставлю у себе. Железный человек, говорит, да? Тот, кто создал этот портал, открыл дорогу толпе. Уничтожим их. А где сам железный человек? Ну, это явно не мой был, да? Ну что ж, приступим. Так, сколько тут? Один с врагов остался. Начнем с колдуньи, чтобы она не хиляла. Отлично, кровотечение. Повесили, добивочный. Ай, кросик, молодец. Ну эти-то что радуются, я не могу понять. Оп-оп-оп, налетела шайка-лейка. Ладно, для нас это пару пустяков с ними разобраться, я надеюсь. Кровотечение повесили. Так, слушай, ну это хорошо. Давай вон на того тоже повесим кровотечение. Провокацию? Нет, я думаю, что пока не стоит этого делать. Просто подеремся. Давай массовую атаку. Хорошо, каждого подубасил. Ой-ой-ой, стрелки. Ну, кого уберем? Этот, я думаю, сам отдуплится. А вот этих... Так, защита от смерти у него висит. Давай стрелка, наверное, уничтожим. Так, и гренадира, я думаю, да? Так, можно взорвать, в принципе. Нет, так добьем. Ну что, мастер клинка отдуплился. Вот сюда, друзья, я, наверное, уже забегу. Именно кросиком, да? С его массовой атакой, чтобы просто всех положить сразу же. Ну? Ну-ка, морда. Живучий-то какой, а? Так, ты достал свое колдовство. Заблокировал нам лечение. А мы вот так делаем с вами. Остается морда. Кто это у нас? Ученый гидры и красный череп. Вот он. Ох ты, красный череп призвал себе подкрепление, да? Зря ты, Дэдпул. Надо было не того, а вот этого добивать. Ладно, тогда мы добьем морду. Морду. А, вот так если сделаем. Ать! Выжила, ушастый. Смотри. Ну, это ненадолго. Отлично. Ну что, красный черепок. Пора, по-моему, и тебе отправиться к праотцам. Что там делает? Усиление атаки, да? Это тебе не поможет, парень. Ну, а это ватник, это стрелок. Призывной, к тому же. Буквально на один выстрел его и хватило.
Прошу прощения, мне пришлось пробить портал в ваше измерение, чтобы доставить новое изобретение, говорит Халк. Без проблем, доктор Беннер. Дефис Халк, в следующий раз только не зовите с собой этих кайфоломов. Возможно, я нашел способ по-настоящему обратить эффект преобразователя Ультимуса. В чем подвох? Нужно разыскать преобразователь и добраться до него. Да что ты, что это? С какого перепуга вдруг Халк тут прибежал с каким-то преобразователем? Опять какой-то подосланный, да? Ладно, друзья, ну, вроде бы Nexus идет неплохо. Ух ты! Так, я так понимаю, друзья, здесь можно будет фармить. Да-да. Срочная доставка. Защити приборы, вычисляющие местоположение корабля с преобразователем. Да, ребята, этот бой будет не такой уж легкий. Соточка, а у меня нету. Нету, друзья. Печалька какая-то. А битвы за космос? Тоже, наверное, да? Ну, здесь 10 энергии просят. Космос 2.8. Ну что, давайте попробуем здесь посмотреть. Уходим отсюда, пока крепость не взорвалась. Бежим, народ, не спи, поджаришься. Я не собираюсь ни спать, ни поджариваться. Просто беги, Дракс, просто беги. Так, друзья мои, ну что это у меня за команда? Так, попробуем кого-нибудь убрать, посмотреть. Королевский страж будет посильнее, да, эта команда. Эта команда, да, у нас получается две. Почему две, ребята? Вот эта двоечка на ком висит? На Ронане, да? Значит, Гамора и Дракс. Слушай, подожди, а Дракс-то с кем у нас? С Гаморой. А почему на Гаморе-то тогда нету? Ладно, ребят, давайте проверим. Посмотрим, что у нас тут будет сейчас выходить. Естественно, я хочу этот уровень пройти, но сможем ли? Если нет, то 10 энергии просто улетят в трубу. Так, остановите их, не дайте им сбежать, кричит великий ученый. Не понял. А у нас здесь Тор будет? Ну что, приступим наверх. Так, а это кто у нас? Усилитель Альтрона? Наверное, надо начинать с безумного ученого. Попробуем вначале забомбить ее. 10 врагов. Хорошо. 10, так 10. Нет, помощь я пока призывать не буду. Молот давай бросим. Так, ученый. Ах ты, лечение включил, да? Мне нужно ее подбить как можно быстрее. Отличненько, минусанули. Так, а там не Альтрон у нас, нет? Там испепелитель, а этот усилитель. Значит, здесь будет и сам Альтрон, судя по всему. Нам нужно только дождаться его. Эй, Гамора, почему такая ватная, а? Тебе же сейчас разберут. А мне бы этого не хотелось. Давай так попробуем. Слушай, придется нам, наверное, с вами взять провокацию, знаешь, на кого? Да-да, именно на Дракса. Если хотим, чтобы Гамора у нас дальше жила. Успеть бы только. Воу, воу. Не успели чуть-чуть, ладно. Я надеюсь, сейчас Минерва все-таки ее воскресит. Она это умеет делать. Но шанс, опять же, 50 на 50. Так, давай так бомбанем. Подожди-ка, у нас с вами вот это, по-моему, да? Возрождает мертвого союзника 35% шанс. Отлично, отличненько. Но Гамору теперь придется защищать, если мы хотим, чтобы она жила. Что не так уж и просто, потому что у Дракса уже закончилась, к сожалению, провокация. Так, ну что, давай призовем помощь. Вот так. Будем призывать помощь? Или обойдемся? Нет, призовем. Оу, вот это армия у нас, друзья мои. Вот это у нас сейчас армия. Опа. Добиваем.
Шикарно. Так, этого, наверное, Хламона тоже пора убрать отсюда с поля боя, да? Где отсюда? Ну, он, короче, труп. Переключаемся на следующего противника, и я думаю, что это будет охранница Айм. Эй-эй-эй-эй-эй! Ну-ка, так если... Нет, непробиваемый. Да что будешь делать-то? Что такое сильное-то? Я боюсь, что Гамору мы сейчас с вами опять, друзья мои, потеряем. Опять у нее очень мало здоровья. Зря я ее поставил на передний фланг. Ух ты! Ты посмотри, какая она красота моя. А если вот так сделаем? Пускай подхилится чуть-чуть. И добьем, нет? Как думаете? Испепелителя этого. Да что будешь делать? Ну, Йонду. Нормуль. Как и ожидалось, я не спал и мне не жарко. А при чем здесь это? Ну и что, что ты не спал? Странный какой-то этот Дракс, но он всегда был таким, да? Судя даже по фильму, все время там что-то придумывал. Ух ты, друзья мои, а вот этого персонажа у меня нету. Это же... Как ее величать-то? Великий ученый. Слушай, мы сможем фармить, если пройдем этот этап, а у нас опять проблема с энергией. Да, друзья. Почему проблемы с энергией? Для того, чтобы выполнить свои вот эти вот ежедневные цели, которые у меня здесь целая куча, везде нужно тратить энергию. Получается, я больше пока ничего не смогу сделать, к сожалению. Да. Но в любом случае, сегодня хотя бы я открыл героев, и теперь мне надо будет их прокачивать. Кстати, вопрос, повторю вам. Кого лучше прокачивать? Зеленого гоблина, железного кулака, Киллмонгера, Грута, Америка Чавес, существо или Асу? Я так думаю, что если нам прокачивать Грута, то нам не хватает Звездного Лорда для полной комплекции, да? Попробую его еще найти. Зеленый гоблин, я вообще не знаю, куда он идет. Какой стихии. С кем он может даже это взаимодействовать. Железный кулак. Тоже пока не знаю. Но я знаю, что у него очень мощный удар. Сынь Кун Лунь, по-моему, да? Когда он разбегается и бомбит, он может выбить просто с удара практически любого. Спасательница, кстати, друзья мои, если мне выпадет 4 карточки на нее, я ее открою. Ну и Таноса, я уже сколько жду, когда же мне выпадет вот последние 9 карточек на него? Не выпадают, к сожалению. Мистерио на подходе, так же как и Доктор Стрэндж. Человек-факел около того, да, в принципе... Есть герои, которые скоро должны у нас появиться. Призрачный гонщик, к сожалению, не выпадает. Вообще не выпадает мне, друзья. Так, ну чё, Хеймдаль это новый персонаж. Черный гром, я так понимаю, это тоже новый персонаж. Сив и Хеймдаль это из одной оперы, да, персонажи. Йо-йо. Интересно, что это за персонаж такой, Йо-йо? Слушайте, друзья, я... Интересно, тут вообще биография есть героев этих или нету? То есть, если, например, у меня открыт, ну, предположим, то же самое вот Росомаха. Где прочитать про него? Кто он? Что он? Мутант, вооруженный когтями из адамантия, который игнорирует броню и слезы противников. Ну, это понятно. А где, вот, знаете, как вот... Как вам рассказать-то? Как вот история... Чтобы прочитать про него биографию, откуда он взялся. Наверное, такого здесь нету. Потому что мне очень интересно узнать про многих персонажей. Например, вот эти вот клан Руки. Откуда он вообще взялся? Клан Руки этот. Ну, Зимний Солдат это понятно, да? Это друг нашего Капитана Америки. Я надеюсь, я ничего не путаю. Оса и Человек-Муравей это из одной оперы у нас. Вот Мисс Марвел. Что за Мисс Марвел? Почему она резиновая? Мисс Марвел. Слушай-ка, ну она же по-другому выглядела. Мисс Марвел, это же... Если я не ошибаюсь, из фильма. Да, из фильма про кого? Про Феникс. Которая погибла. Но она же там была летчиком. И не было там никакого пса. Чё-то тут, ребят, немножко неправильно. Либо я не то понимаю, либо...
Они здесь что-то, ну, вряд ли они тут, конечно, что-нибудь намудрят, потому что эти ребята подходят к игре очень тонко. Абы что они сюда не всунут. Звездный лорд, 310, ты представляешь, 310 карточек нужно, у меня всего лишь соточка. Как мне его открыть? Где мне его нафармить? Ума не приложу, друзья мои, страйф. Ой, Магнета тоже 310. Да, Шури 310. Невидимая леди. Но по идее, если не ошибаюсь, это же из фантастической четверки. Но почему ее называют невидимая леди? Она вроде бы как имеет способность вешать щит непробиваемый. По-моему, так. Ник Фьюри. Вообще 0 ДНК, ребят, на него. Ну, карточек. Ой, господи. Ну, ладно, друзья, все равно рано или поздно эти персонажи у нас появятся. Но одно дело появиться, а другое дело прокачать. Если бы у меня бы энергии было бы чуть-чуть побольше, мы бы сегодня здесь бы подзадержались. Ну, а на этом, пожалуй-ка, и все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!